Всем привет, друзья! С вами Домашний Бар. Сегодня я готовлю пасту с морепродуктами в соусе песто. Песто я готовил в прошлом видео. Надеюсь, вы его тоже посмотрели и решили тоже приготовить что-то такое. Макароны, кстати, можно взять другие. Смотрим. Отвариваем макароны до состояния альденте, наливаем в сковороду оливковое масло и обжариваем наши морепродукты. Это вяленые томаты, нарезаем и добавляем их в пасту. Все это перемешиваем и добавляем наш песто. После чего все соединяем. Посыпем черным перцем и уже точно соединяем. Я брал морской коктейль, он стоит не очень дорого, и макароны можно взять любые. В принципе, паста очень простая, но в ресторане будет стоить немалых денег. Хотя о чем это я? Наценки, наценки, наценки. Ладно, попробуйте приготовить такую пасту и напишите в комментариях, получилось ли у вас это сделать. Мне кажется, это очень легко и очень просто. Всем спасибо.